Всем привет, с вами Антон на канале Антон Фриланс. Сегодня у меня такое приключение, сегодня я снимаюсь в рекламе, где найти Wi-Fi в тайской деревне. Вот, мы уехали за Бангкок в деревню, вот, с телевизионной компанией. Вот, сейчас снимают меня, как, чтобы я нашел Wi-Fi, вот, и поэтому так интересно, меня учат общаться на тайском, вот, и я вот хожу, общаюсь и рассказываю. Как здесь найти Wi-Fi, подключить? Вот, видите, всем интересно, вот меня снимают. Вот, сегодня вот такая вот я звезда. Так что потом что-то будет еще интересное, я вам расскажу. Вот, сейчас смотрите, вот такой вот храм интересный. Вот там. Вот, сюда вот приехали. Вот, вот. Тут тайская команда, видите, меня снимают. Сегодня я суперзвезда. Вот, а что так вот? Приезжайте в Таиланд, расскажу, как вам стать суперзвездой. Вот, а что вот. Всего хорошего вам. До связи. С вами был Антон. На канале Антон Фриланс. Вот, поэтому пойдемте. Приезжайте, я вам все расскажу. За такую работу мне платят 5000 бат. Вот, в принципе, не напряженная работа, правда, в 3 часа утра встал, и в 4 часа мы встретились, потому что ехали из Бангкока 3 часа, ну, ничего страшного, кормят, ходят, команда хорошая, веселая, вот. Так что так вот, с вами был Антон на канале Антон Фриланс. Все, пока-пока. Ну, снова я. Сейчас мы снимаем передачу про ананасы. Здесь семья производит ананасы и продает. Вот. Сегодня я работаю на новостной канал «Новости номер один». Вот. И сегодня тоже здесь участвую. Вот. Ну, грубо говоря, моя игра в том, что я такой вот покупатель тут. Кушаю, люблю ананасы, действительно, они такие вкусные, и мне рассказывают, как их тут делают. Тут еще помимо того, что продают ананасы, делают из них такую похвалу, томнуку, варенье. Ну, сейчас я вам покажу. Ну, вот такой ананас нарезали, очень-очень вкусный, сладкий, сочный, обалдеть. Очень люблю ананас в Таиланде, прям вообще ем их. Очень часто. Вот эти ананасы. Вот. Вот даже вот приехал тут Wi-Fi местный тот. Тоже тут и про них передача снимается. Ну, кстати, вот мамуны, манго. Очень большие, кстати. Хотя еще зеленые. Ну, потом их срежут, ставят, и они будут желтеть. Вот здесь у них такой цех небольшой. Вот здесь они упаковывают ананасы. Вот, вот там вот они вот режут их и варят такое варенье. Потом там в печке запекают такую, делают похвалу. Вот. Вот так вот у них это выглядит на продажу. Коробочки упаковывают по два ананаса. Вот. Сладости всякие из ананаса делаются. Вот. Вот такая вот передача вот про эти ананасы. Так что такие дела. Так что если вам это видео понравилось, стало интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. С вами был Антон из Таиланда. Это район Ратачапури называется, недалеко от Бангкока, где-то 3 часа от Бангкока в сторону юга. Вот, так что приезжайте. Всего пока-пока. เนี่ยก็ชุดนึงอ๋อมีกระดาษ 1 ชิ้นมีโลแล้วก็ชิ้นนึงโอเคนี่ดีโต๊ะ 1 ชิ้น
Вот что получается из ананаса, такое вот типа варенье. И потом вот они его упаковывают, продают. Вот у них тут грамоты почетные. ไปแพ็คเก็ตดีกว่านะ 300 บาทอันนี้ต้องย่อยโอ้ยนะคะนี่ขายถูกนั้นเลยอีกอันนี้ราคาเท่านี้อีกกี้พายนะกล่องอันนี้ครับอันนี้ขายถุงที่สิบบาทอันนี้คืออะไรครับป้าขายพันแอร์เอ้ยคุกกี้สับปะรดไอ้นี่มันเหมือนกันแต่มันใส่คนละแบบอารมณ์ชิมอ๋อเป็นแบบนี้มีสองอย่าง Учатся в деревне Таиланд-ученики. This is my friend from Taiwan. Кунчора краб. Помчи Тони. หนูชื่อไทยค่ะโอ้จริงๆคือดารุชาคุณล่ะหนูชื่อเล็กค่ะคุณล่ะหนูชื่อไอครับโอ้หนูชื่อฟางค่ะหนูชื่อลูกว่าค่ะโอ้ยโอเคจริงๆคือดารุชา Now we are good friends Ну вот у нас сегодня закончился съемочный день. Вот, оказывается, это вот была реклама, такой эпизод, такой короткий фильм про ананасы, какие здесь делают. Вот это такая семья. Ну, вот, закончили работу и едем, возвращаемся в Бангкок. Ехать там где-то 3-4 часа. Вот, потому что мы далеко заехали в деревню Рачамбури. Ратачамбури. Вот, аж такие дела. Вот. Работа была интересная. Вот, правда, было очень жарко, но у нас постоянно водой холодной поили. Вот, так что все, с вами был Антон, на канале Антон.